Now, your family. In a friendly common house, you agree with your friends. What are your disciplines? What are your colleagues? What are your students? What are your peers? Действительно, для любого студента мы тоже тоже когда то были студентом. Сразбитый вас уже обратно хочется в студентам. Потому что действительно, опять университет не вздумает, это очень много сделано для студентов. Поэтому я вас очень особое сердце поздравляю с работой нового вуза, но вы как-то действительно такое здоровье создано, действительно очень много не верит, но интересно. Поэтому я хочу, я очень именно от такого преподавателя и от себя поздравляю вас за самый прекрасный днем. Потому что действительно студенческий жизнь, это получается очень интересный момент. Очень много прекрасными красками, только положительными красками. Поэтому я хочу просто вас сказать три вещи, которые я говорил, великие, просто в конкурсе. Самое главное, я хочу, чтобы вы понимали, что вы должны знать, что слово понятие, а потом вы должны приобретение. Вот что такое слово, что приобретает студент. А следующий, значит, формироваться. Значит, здесь наши студенты будут вам понятия и знания. И после чего, тяга в вуз, должен формироваться врачом высокой категории, которые требования, которые соответствуют международному стандарту. Поэтому я вам желаю здоровья, счастья, успехов в студенческой жизни. Dear fellow students, volunteer staff, so I commend to International Students Day all the wishes. You should work hard and you should make a great job of your study. You are welcome in our country. Поздравляю студентов факультета стоматологии дипломатов доктора специалистов Крис Джей.